Древнюю традицию решили возродить жители села Лукьянчиково Орловской области. Когда-то здесь располагалось родовое имение генерала Ермолова. И во времена жизни родственников героя местные жители совершали крестный ход к источнику. Случалось шествие строго в девятую пятницу после праздника Пасхи. Крестный ход начинал свой путь от недожившей до наших времен церкви. На ее месте сейчас памятный камень до святого источника. Я еще родилась в 33-м году, потом уже возрастала. Этот источник все время был. Варвара Мученица, так и назывался. Сюда попы все ходили, брали воду, когда еще была церковь. И этот колодец был как лечебный. В этом году место вокруг ключа было обустроено и освящено возглавлявшим крестный ход клириком Троицкого храма Орла Иереем Дионисием.